Добрый день, дорогие друзья. Это день первокурсника, день шестой. Меня зовут Владислав Сергеев, за камерой Булат Зигангирев. Сегодня выступят Инженерный институт и Институт управления экономики и финансов. Посмотрим, какие конкурсные программы предоставят они сегодня. А мы пообщаемся со зрителями и узнаем, чего они ждут от этого праздника. Пойдем за мной. Чего ждешь от концерта? Ну, блин, жду эмоций, феерии, чтобы мне все и понравилось, чтобы все было круто, чтобы никто не вовлек, короче, чтобы группа все вовремя вынесла, да, чтобы музыку вовремя включили, да, и все было супер так, в едином порыве, все круто там, бам-бам-бам. Как думаешь, какой будет лучше? Ну, нельзя сравнивать просто вот есть. Почему нельзя? А ты попробуй. Не, потому что маленький институт и большой. То есть вот маленький, у которого там, ну, человек, ну, 150, короче, да, вот где-то всего в универе. Ну, нет, не 150, 300. И ЮФ 8000 студентов. То есть, ну, понимаешь, возможности у них все равно разные, так что, ну, инженерные тоже хорошо выступят, и УФ тоже вообще хорошо выступит. Мы в зале. Открывая шестой день первокурсника, Институт управления экономики, Инженерный институт. Их задумка связана с космосом. Молодые космонавты разрабатывают проект, способный помочь планете Земля. Он у них удается, и они улетают в открытый космос, где на пути их ожидает ряд неудач. Ошибка в расчетах, поломка корабля, испытание дружбой и крах проекта. Но это не останавливает ребят. Надежда в их сердцах не угасает. Они верят в то, что еще смогут помочь людям. Мы же только что уничтожили 100-миллиардную станцию в космосе. Вряд ли нам разрешат продолжить исследования. Во-первых, не мы, а ВВС. Во-вторых, прорвемся. Программа инженеров удалась. Четко проработанные номера, которые на протяжении всей программы сочетаются с тематикой. Думаю, не все институты могут похвастаться чем-то подобным. Костюмы и даже мини-шаттл. Видно, что Институт управления экономики и... Инженерный институт вложил много усилий в программу. Надеемся, что в своей группе они займут должную позицию. А тем временем прогуляемся по Униксу, побеседуем с гостями и конкурсантами и присоединимся к концерту Института управления экономики и финансов. Ну вот, сейчас правильно сказал. Что будешь показывать? STEM. STEM? А в чем? Ну, я STEM, ведущий у нас батл будет. Версус батл. Мне рассказали про Версус батл, ты там как? И ведущий ректората. А, ты как раз тот самый ректорат. Ты называешься именно ректорат сегодня, да? Да, сегодня ректоратор. А так ректоратор уже, ну, сегодня ректоратор. Да. Ну, так как? А сможешь что-нибудь как-нибудь зачитать там вот «Добрый вечер», там, как поприветствую экономцы ректората? Привет-привет, эконом! С вами ректоратор, и это Вектор Баттл. Пошумим, пожалуйста! Выступает Институт управления экономики и финансов. Думаю, что и говорить-то здесь особо не о чем. Всем уже давно известно, что экономисты подходят к концертам с особым трепетом. Ведь не зря они хвастаются своим чемпионским титулом. Любопытно, какое место займут они и в этом году. Посмотрим на концертные номера чемпионов. На Versus Battle Евклида Лобачевского. Ты меня прости, разобью тебя в твоей же плоскости, чтобы упал ты в крестовой пропасти. Ты как тазисти билет с кафу не нужен. Все хорошо, но вопрос один. Почему Евклид в украинской накидке? Не думал, что Евклидова геометрия родилась именно на Украине. Ну, в следующий раз подбирайте наряд этот. Вот он, красный, белый, синий, там, пожалуйста. Это все было случайно. То есть мы просто взяли то, что было, что-то, что оставалось. И оказалось, что осталось синее и желтое. А, то есть вы последнее решили из гримерки подтаскать? Нет, просто другого не было. Также на танец зомби-апокалипсиса. Судный день близок, ребят. Переживем и его. Вот это да, жесть какая, как их вообще козявит. Еще за Басту. Выступил тоже норм. Самое то для финалочки. Да и после предыдущего танца смотрится он очень даже жизнеутвердительно. С голосами
ну и еще много чего интересного. Смотрите сами. Да не ругайся ты. Наверняка задерживается на работе. Он... Концерт выдался классным. Спасибо ребятам за проделанную работу. Ну а нам пора. Переносимся в фойе. А вот и все. Концертные программы на сегодняшний день подошли к концу. Перед вами выступали инженерные студенты Института управления экономикой и финансов. Они проделали очень сложную работу. Большое спасибо организаторам за их упорный труд. Ну а мы увидимся с вами завтра на концерте Института социальных и философских наук и массовых коммуникаций и на концерте Института вычислительной математики и информационных технологий. До завтра!